Your favorite part, banning. 5 seconds. Бля, идти. Что? Что это за хлеб такой ебаный? Эти хлебцы охуенные такие, оказывается. Пошли ты со мной. Ты хочешь снайпера в харду? Ну давай. Тогда я могу легионку взять, в принципе. Возьми скаймага, если хочешь. А если ланчера? Кого? Ланчер. Лансера? Угу. Давай лучше вот так, блядь. Возьми легионку, блядь. Будем ебать всех, блядь. Вот и я там же. Будем делать секас. Мы навалим мой бас. Кто у нас тогда на мид пойдет? Простой динамит. Ты охуенно стоишь на миду. Бля, вот так я мотивирую людей, блядь. Кстати, иногда с тобой тоже срабатывает. Один раз похвалил, все, блядь. 8 игр подряд выигрываешь. Меня похвалили. Ты какую-нибудь дефенсную, эту, дефенсную стратегию. Да там инвокер, блядь, что он тебе сделает, блядь. Витрасия купи и все его косты минус, нахуй. О, это залупа творожная, блядь. Ты с ребенком вообще драться будешь. Приди, пиздани его. Подожди, а кто там фармить будет? Селедка или это Кэрри Тимбер? А? Кэрри Тимбер. А они... Прикольно. Да. Класс. Инвокер на линию. Это вот так. Это вот так. Это вот так. Думаешь, там Тимбер в соло стоять будет? Угу. Мне кажется, ну, к нам селедка придет. С Даркфилов. Ёбаный в рот, шо ты такое? Шо ты такое, бля? Шо это за солнце, бля, в нашей команде? Я вообще разноцветный клоун, ты, бля, солнце какое-то. Бешеная регионка. Ну, у нас лайт покруче будет. Там только Black Hole и Invoker. I like your style! Ненавижу этого хуесоса, бля, я ему мут кидаю. Так он. Да, блядь, вот это, блядь. Который... I like your move, I like your style! Блядь, они заебали этими озвучками. Не хочу я слушать, сука, ну почему? Нету абсолютно нигде, блядь, возможности отключения данного параграфа. Нигде нету. Знаешь почему? Потому что, блядь, вот, сука, надо запихать. Вот у тебя, блядь, есть машина, блядь. Тебе надо ее срочно продать. Ты будешь ее расхваливать, блядь, как последний раз в жизни. Мани, мани, мани. Хорошо, 3 руны отжали. Представь, я такой беру третью, и там сразу 4-я оказывается, за ней же. Типа я тут решил, блядь, полежать. I go like a devil. Like a piece of shit. You can call me the Rubik. Он будет максить первый скилл. Первый, третий. Пальцы отвыкли. Бывает и такое.
А, он, если блядь, ты подкоп через 5 секунд ему дашь, то он может умереть. Что он может умереть? Дашь подкоп? Да. Почти. Он того дальнего не трогай, я пососу у него, ты не против? Кстати, что с этой девочкой? Тебе же 20 лет, да? Ты секался? Да-да, я уже её трахнул давно. А что ты, блядь, не продолжишь, блядь, секаться? Так, в смысле, зачем мне отношения? У меня есть знакомая, с которой я встречаюсь просто и всё. Я отношения сейчас не хочу. Зачем это мне нужно? Ну, блядь. Не, я отношений тоже, блядь, никогда не хотел. Как же ему больно. Автоатака. Вот ты, блядь, ты можешь использовать, блядь, на... Когда крипов много, когда крипов много, блядь. Почему ты используешь, когда крип... У них некрофос или... Чтобы его по хп просидеть. У меня только первый уровень стрел. Я понял, я имею в виду, крипы подходят? И ты, блядь... Тогда я линию буду ему пушить. Зачем мне это надо? Ну я ману в любом случае восстановлю. Благодарю. Ай, как мне больно. Ой. Есть подход? Ага, у тебя маны нету, братиш. Я еще на базу съебался, блин. Как говорится, хочешь сосать, умей вертеться, блин. Никто так не говорит, кроме меня, конечно. Но ты там, блядь, тебе нормально все? Да, нормально. Я могу соло с ним стоять, в принципе. Я, короче, знаю, какую хуйню возьму? Типа, чтобы у трех можно было сосать. Я такой, блядь, а потом рефрешер куплю, и еще у шестерых буду сосать. Супер отсос, да? Отсос, блядь, жесткий, блядь. Ко мне Энигма выехала. Дурачок, блядь, конченый, если честно. Ману дать, извини, не могу. Да нормально, у меня еще манга есть. А че он пришел вообще, я не понял. А ему, блядь, он походу не то вкачал, блядь, я в душе не ебу. О нет, не бей меня, пожалуйста, синяя гандон, блядь. Синий хандон. Как тебе мое новое название для героев? Синий хандон, не гандон, блядь. Хандон. Благодарю, что стопил меня. Твоя жирная... Бля, Аберон тебя научил, да? Я не знаю, блядь, почему, но у него максимально странный этот, блядь, первый скилл, блядь. Как он может 16% основного атрибута, блядь, сносить и убивать, блядь, понимаешь? Это тимбер. Так, блядь, он наносит какой-то, типа, блядь, несравненный урон.
Он его 6-й поймал. Долбоёб, вот он долбоёб, он, знаете, завязал, блядь. Я у него сосу, блядь, и он просто засосал. Ему два манго привезли. Очень рад. Оу. Почему у меня ульта еще нет? Он еще забрал. Так у меня ульты нет, блядь. Ты ее куда забрал? Давай я отойду, я пойду руны заберу. 7-я минута, да я думаю, блядь. Нехай этот дурачок. Что это было такое? Дай полизать бутылку. О! Обожаю твою длинную толстую бутылку. А, больно. Иди нахуй. Блять, стрелами не попал. Блять. У меня 6-го нету. Он максимально ранен, у него хп, наверное, 200, блядь, от силы. А, это типа выход на меня, да? Mm-hmm. Есть подкоп, Тимбера заберем? Да-да-да, есть. Давай. У него этот подков. Хорошо, тимбера, на, забрали. На, жуй, 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 сука, жуй, блядь! Если бы ты не жевал. Не хочешь? Что не хочу? Вот этих, блядь, ёбнуть. Я пока что рез сюда попробую на тройке. О, найн! Дайте ульту заряжать, не успею, дайте ульту. Инвокер идет сюда. А, вот он умирает, все пацаны. Самое главное, вы выжили, блядь, гондоны. Вы умираете, говорит, а умираю там только я, блядь. Вы... Кто вы? Кто вы-то, блядь? Вот это, не слышал прикола? Зерсон. Ты не слышал этого прикола? Нет. Там, короче, мужик, короче, насрал в тарелку, другому преподнес, говорит, на, говорит, я тебе покушать принес. А, это зеленый слоник? Да. Да, я это видел. Добро пожаловать. Это вообще такой крим. Я, кстати... Нихуя, у них тут руны лежат, блядь. Хорошо, я попадаю с формой. Кстати, это хорошо. Я буду собирать, наверное, этот сильвер, чтобы тимбера вырубать. Я еще подумаю. Здесь инвокер, а мне маны 0. Я бы еще на ТП, чтобы вообще было бы что. Я к вам прилечу.
Бля, а благодарю! Просто обожаю! Все, меня обратно. Я сейчас сам... А, уже поздно. Подожди, подожди, назад, назад, назад! Я делаю ТП, заберем его. Это дуэль туда еще? Ага, ага. Я понял. Бля. Алло, 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 алло. Хорошо, хорошо. Бля, покажите мне ее, я у нее сосать начну. Я у всех сосать начну, блядь. Не дососал. Пришел, пизды раздал, пошел. Я твой рот ебал, бля. Я столько скиллов, бля, кинул. Ты так рассказал, как будто, блядь, знаешь, типа, я пришел, развалил пятерых, бля. Лучше. Благодарю тебя. Я тебя тоже всегда любил. Извини за это, просто гордость. Не могу не гордиться своей гордостью. Это самое. Да, сука, блядь, кончи мне на грудь. Твое желание для меня закон. Дайте дуэльку использовать, я иду сам. Пойдем, пойдем. Вы че, блядь, прыгаете дохуя? Блять, ты тоже нашел кого привести, блять, долбоебов очередных, блять. Дуэльку выиграл. Па-па-пау. Что ты делаешь, Зевс? Ты умрёшь сейчас. Ты чё, брат? Блять. Ой, вы раскатать. Дингур. У меня столько маны нету. Золотые подкопы. Благодарю, блядь, я спас тебя, блядь, не просто так. Я спас тебя за эту бутылку. Мужчина, выпейте, потом не выкидывайте. Я всегда знаю, где можно продать за 50 копеек. Я продавал в свое время бутылки. Теперь да. Ты же знаешь обо мне. Все. Я в твоих глазах теперь шлюха? Благодарю. У них этот, блядь, в лесу все еще. У тебя палец есть? Да. Погнали. Ну тут варцы. О! О, у него блин появился. Здесь тиндер еще, все, так. Да вот этих забери, блядь. Ты все забрал. Так я просто стрелялся. Ну я типа не спиздил. Ты еще крипа у меня спиздил. Чего? Нет! Я не убивал крипа, я тебе на полном серьезе, я просто шел. Как я у тебя крипа мог ебануть? Ты что, ебанулся что ли совсем? Ты прикалываешься что ли? Да я шучу, все, не ори на меня. Я, блядь, охуел, я просто бежал, я такой думаю. Ну я, блядь, не на героя у меня вид был, понимаешь? Я типа за картой следил. Если, претензии, да? Если бы у меня герой еще, блядь, с краю подбивал кого-нибудь, я бы вообще охуел, блядь. У меня есть палец!
палец простатый. Пойдем и трахнем. Трахнем всех. Мастер дразнил Тагаги 3. Опа, 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 опа. Опа, па, па, па. Опа, 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 па. Отдыхаем, хар. Я столько маме оттуда вытащил. Вот тут вар стоит. Я, по-моему, сломал его. Так, у меня Shadow Blade появился, я пойду к Энигме в гости. У него ноль маны, 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 ебите шлюх, не будьте рады. Давай, красава. Дальше можем, есть, брат? Все можем, брат, пойдем трахаться. Давай делать дети. Мы с тобою, мы, друзья, давай делай дети. Ты знаешь этот прикол? Бля, у вас есть КВН? У вас по-любому есть КВН? Да, типа стендапа такое. Да, вот там такая же хуйня. Я когда мне говорил, что я твой рот ебал, блядь, заебешь ты меня, блядь, со своими стрелами, сука, кто их стреляет, блядь? Кто вы-то, блядь? Пожалуйста. Ты один там. Хорошо. Я один всех отзывал. Бля, у них в лесу Зевс. У них в лесу Зевс, пойдемте Зевса пизданем. Пойдемте Энигму трахнем. Ты у меня, бля, ты у меня все это время в муте был, брат, извини. Давай, давай, давай. Долбоёб безмановый. На, нах. Я тебе еще и фарм сделаю, смотри, Зевс. Смотри нахуй, бля, фарм, блядь. Ты же счастлив? Бля, о, видал, бля, еще фарм, бля, на, нахуй. Ну, я чуть-чуть подворвал, конечно, ты тоже извини. У меня палец готов. Я готов вставлять пальцы во все щели. Тогда пойдем ко мне, у меня 15 секунд дуэлька будет. Перестань возбуждать меня своими прекрасными чреслами. Чресло это, блядь, типа имеется в виду хорошее кресло. Да я понял. Не то ты подумал. Есть одно но, есть одно. Послушай. Они будут сосать член, давай делать дети. Это никак не связано. О, найн! Найн! О, бедный кусок говна! Я тебе не помогу, братан. Благодарю за твою непомощь. Нет. Нет. А я выжил. Пошел. Кого ты, блядь, намажу ебало, блядь? Тут пятеро, блядь. А я один, блядь. Куда, блядь? У нас что-то мартрак как-то формится странно. Да пизда мне, блядь. Куда ты вывезешь, блядь? Ну, кстати, вы их там размотаете. Вообще изи. Только зафокусить у этого. Да, палец ему. Оо! Давай, дел. А он подумал, что я ТП-хнулся, понимаешь, в чем, блядь, прикол?
потому что я тебя засейвил. Да ты сдох, блин. Какой сейв, брат? Ага. Это не так чуть-чуть работает, конечно, извини, но я тебе раскрою секрет этого чудного мероприятия. Я хочу дуэльку, дайте мне дуэль. Я хочу дуэльку, дайте мне дуэльку, дайте мне дуэльку, дуэльку. Хочешь прикол? Я вот из этой руки должен был Мидас собрать. Как ты понимаешь, Мидас я не забрал. Где с картой стоят? Хельп! Бачу, бачу, ребят. Майн is coming! Да, да. Я подумал, ну там Энигма стагерам, ребят, давайте отойдем. Давайте отойдем. Лучше отойти, серьезно. О, может и не отойдем до конца. Там женщина. А как вы знаете, я падок на женщин, особенно на падких женщин. Ой, дурачок, последний шанс использовал. Да, да, благодарю. Я же все для тебя юзаю. Давай, давай. Красавчик. О, а я при чем тут? Ой, очень больно. Короче, БКБшечка надо. Без этого никак. Ты пососал напоследок. Конечно, пососал, блядь. Я люблю длинные фаллические предметы в моем. Мартра, собирай БКБ, просто дезорки сразу. Бля, у нас все это время была Мартра? Да. А почему мы еще не выиграем? Ну, потому что он дурачок чуть-чуть. Он не умеет позицию выбирать в файте. Ну там нету блэкхола, поэтому сейчас быковать можем. Там нет блэкхола, поэтому сейчас быковать можем вообще. И он такой: второй блэкхол заказывали. А ты не знаешь, откуда он, блядь, понимаешь? Либо тайминги не учил, либо еще какая хуйня. Ну. Иду. Ой, ой, что это такое? Ударить тебе не дал, но пизды получил. Надо бы его похвалить, но я не могу. Почему ты не можешь? Не знаю. Не знаю почему. Пропало что-то. Давайте спушим, давай, ребят. Давай, давайте будем давай, спушим. Пойдем, пойдем. Я люблю пушить. Меня не просто так называют пушной. Бля, охуенный. Пойдем, Зевс, пойдем. Ну все, не настолько охуевший. Энигма, дурачок, здорово! Сам, сам. Думаешь, ну там варды стоят, там варды стоят. О, фарм на топе, фарм на топе. Не туда ТП сделал. Yeah! А ты торопись побольше. Хорошо. Сейчас можем пойти Рошу забрать, в принципе. Только под смоками, а потом под обом вижен стоит. Бля, обожаю хуйню эту. Под... Когда они, бля, в воздухе умирают. Знаешь, как будто... Палец. Да, да. Пойдемте, Роша. Как заберем, будто по уткам стреляю. А, я досты вызываю. Не поди, Зевс, не поди. Этот...
Надо, надо к нам возвращайся и третий скилл сюда поставь. Слышишь? Поставь третий скилл куда-нибудь вот сюда за деревья. Охуенное место. Огоним собирает. Иду инвокера забрать. Ага, у меня вот так, да. Ну тут бежим, похоже, стоит. Нет! Хер! Ну да, Мартра, уходи, у тебя там аэгит. Блинкайся, напугнул. Схитрил. А ты куда пугнал? Напугнул блинкани? Да, я понял. Я все понял. Пугна, пугна, смотри. Единственная у тебя возможность выжить, короче, в этих драках. Берешь вот этот шадов амулет. Берешь шадов амулет и берешь аганим шард. И просто начинаешь сосать в инвизи, понимаешь? Если есть хороший вижен, то ты начинаешь у всех сосать. Если... Поможет. Поможет. Блядь, я играю на пугне, блядь. Че не поможет? Я ненавижу вас. Будь тебе проклят, в этой чертовой игре. Буржуи. Ну мы с такой мотой не выиграем. Я официально заявляю. Потому что, блядь, будет хуёвое дело, блядь. Хуёшек. Пошёл нахуй, тебе никто не говорил. Ненавижу тебя, будьте проклят, тварь. Там Black Hole нет там. О, да там нихуя нету, я бы так сказал. Третий час. Я понял. Мартра просто. Просто бог. Бог? Да. Тебе пизды давно не вставляли пугна, блядь, я тебе на полном серьезе говорю. Купи а эти два предмета. Армлет купил, ты нормально вообще? Почему ты даггер не собрал? Армлет лучше. Еще раз, блядь, покажу, что у меня куплен армлет, я тебя в рот выебу. Ты когда-нибудь в рот ебали без разрешения? Почему ты даггер не собрал? У меня нет на него скиллов, так что давай, бля, второй и посасывай. Назад. Смотри, блядь, 2500 у меня, блядь, хп, а так 1800. Я, между прочим, очень сильная хорошо, личность. Инворкил, инворкил. Он вард поставил. Я сейчас варды, блядь, раздеварджу. Я сейчас буду ставить варды. Я хочу пирасу собрать. Бля, Пугна, ты первый получишь там пизды. Пожалуйста, не лезь туда. И я обладатель лучшей книги в мире. О, хоста, хоста. Есть у кого-то смога, ребят? Да. Давай завязаем. Инворкил. Let's go. Инворкер, инворкер. Пизди его, пизди, Мартра. Сейчас они ошибку сделали, это ошибка. Да. Да. Смотри, Пугна, поставь волка себе, чтобы ты регенерацию делал. Или отдай просто кому-нибудь, чтобы регенерация... Пойдем спушим, да. Да. Я вот эту штуку возьму, буду команде поле приносить.
А Роша мы убили уже? Да, давно. Давно? Серьезно? А это где Аегис? Так Мартра его слила, ты что, не помнишь? А, блядь. Больше Мартри не даем Аегис, она ебанутая, блядь. Я возьму, потому что я файт инициирую. Давай, Мартра. Уходи, все, выходим. Бля, охуенное место нашла пройти. Через три Midnight Pulse, блядь. Бля, я чуть выкуп не нажал, представь, 3 секунды оставалось. Ну что такое тоже, да. Отходите оттуда. Я не могу, Т2 стоит. Т2 стоит, о! Я могу. О! Инворкил! Инворкил. Мартра? У меня есть даст и вард. Бля, там очень много магического дэмэджа, я не знаю, что собрать лучше. Типа кираса хорошо зайдет, но не совсем. Может кираску лучше, типа, чтобы выживать. Ты помог мне. Но кираса тогда даст на команду, не я кираса. Бля, ты специально на него, да, прыгаешь, блядь? Просто посмотри на эту мразь, он специально прыгает на того, у которого мана. Ты о ком вообще сейчас? Так, блядь, про Мартру, блядь, там 5 крипов стоит, да, и она, блядь, прыгает. Да, он там дурак. Благодарю. Да у меня есть мана, я выгораю, блядь, но он все равно мразь. Пугна, на полном серьезе говорю. Купи то, что я говорю, я в твоей команде играю. Да все будет чики-пуки. Кто-то сейчас придет в линию. Походу на мид хотят. Да, такие есть вообще-то. О, вы до сих пор не сломали этот вард? Я думал, у нас в команде Зевс есть. Ты их в воздухе подстрелил. Будь ты проклята. Скотина. Там, походу, сейчас будет фантом подцеплять. Этот, где он? Где наш самый полезный персонаж? Вон он перемещается. Назад. Вижена нету. Они под дастами могут быть. Достами. Я заранее заезжаю. Бля, там селедка пришел как раз. Там надо как бы лебу. Да, мы сейчас. О, да. Хорошо. Лучше я, чем кто-то еще, правильно? Да. О, у него линка. Нет, ребят, я там никого не вижу просто. Давайте все ко мне, блядь, я заюзаю, мы сбоку зайдем. Все ко мне. Объединяемся, трансформеры. Вот так идем. Пойдем с этой стороны, все возле легионки. Мы пушим легионку, бля, она наша шлюха. Куда он блинкается, туда и стан, бля, летит. Эскорт жесткий. Бля, пацаны, эта хуйня палит нас вообще-то. Вот здесь он! О. Не стойте вместе, Энигма прыгнет. Не стойте вместе. Да блядь, не бегите тоже не вместе, блядь, шлюхи ебаные. Энигма, блядь, не забывайте, стойте, блядь, на дистанции. Так я говорю им это, они меня не слушают. Поставь вард. Благодарю. И вот сюда поставь вард. Я, короче, как ходячая рапира уже. Эй, рапирка, блядь. Тебя давно совокупляли с тобой, блядь. Швед. Бля, как. Ну чё, ничего, каково там вашей Швеции, блядь? А? Заебал. Ты швейцарец, да? Ты сыр, блядь, ёбаный. А? Ламбер, блядь. Комамбер. Да я тебя люблю, брат. Я слишком сильно тебя люблю, чтобы оскорблять.
Я твой камамбер, блядь. Пиздец, камамберил. Камамбер, что? Ты знаешь, что камамбер идет от слова к нам идите на бот. О, я! Look at it, go in the one direction what I'm looking for. Все, можем пушить, там выхвала нету. У Мартры уже есть БКБ? Да, хорошо. У Мартры есть нихуя. Ай, Мартра... О, о, мясо! Давай. Мясо! Мясо. Аранпост. Теперь можем спушить мидл и пойти рошу забрать. Я люблю лечить всяких битых и крашеных шлюх. Я хочу тараску собрать. Я походу что? Все, все. Смотри, дурак. Они нигму ждут. Нет! А, это не поможет. Почему вы вместе стоите? Ты, блядь, ты наоборот усиливаешь магический урон? Да я пытался съебаться. Ну, блядь, кстати, неплохо, мы их разъебывали жестко. Это мелкая битва ни о чем. Да у нас Смартра стоит все время в плохой позиции. Так она почему-то с тобой прыгнула, блядь, и вы пизды получили. Вот я об этом говорю, зачем она прыгает со мной, если я соло разбираю каждого. Слышишь, хватит прыгать вместе с легионкой. Легионка, блядь, мясо пушечное, понимаешь? Она прыгает, убивает, все. 2500, у меня уже Займи сколько? Займи хорошую позицию, Смартра, и все. Why I'm looking in God. У кого-то есть байбак, но сейчас сторону забрать могут. Да пусть заберут сторону, блядь. Они заслужили. А что ты сделаешь, блядь? У кого есть байбеки, блядь? Ты видишь? Только у Зевса. Зевс, блядь, толку. Зевс, ради команды, возродись. Да, да, блядь, накидай, блядь. Скиллов там, блядь. Просто пощелкай там. Блять, ну я первый возражу, мне пизды дадут, блядь. Я, может, не хочу. Ну, в принципе, сторона это не страшно. О, 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 инворкил, блядь, стой! Не подставляйся, познаком. Инвокер, стой, 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 я на инвокера хочу ебануть. Две секунды, погнали. Все ради твоей шлюхости. Ты шлюхоподобен. Давай, давай, давай. Рошан, есть? Все, забираем Рошан. Я возьму Аяги, если не хочешь. Я сильнее! Я наношу урон, блядь! Старт, возьмите кто-то. Все, пушим. Да вон этому, блядь, надо отдать, дурачку, блядь. Тебе-то зачем, блядь? Он может сосать у всех, блядь. Ты чё? Сосадина, блядь. Пугна, блядь, пугна, возьми эту хуйню. Бля, он, по-моему, вообще русский. Не русский. Пугна! Take the Aghanim shard. What the fuck with you? Все, ну завязал красавчик, блядь. Пошел нахуй. Enigma will come. Come on my face. Проходите, все, 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 все.
Все, бэк, бэк, бэк. Тогда я трону просто больше. Смотри. Блять. Хочешь прикол? Я хотел сказать, смотри, заюзать армлет. Я продам эту ебалу. Я не знаю, нахуй я ее купил. Я уже жалею. Я уже жалею об этом. Уйди, пожалуйста. Я понимаю, что ты еще 3 минуты. Дрон забираем. Ну вот, блядь, из-за этого. Мартра, ты вообще не знаешь, да, как все работает? О, двойная дуэль. Ты двойную выиграл, ты знаешь об этом? 510 урона. Ты знаешь, что ты двойную получаешь, блядь? Да, я знаю. Самое хуёвое, что я видел, это когда написано, что... типа баф, блядь, вы в дуэли, блядь, и дебаф вас задуэлили, типа, блядь, а выигрываешь всё равно ты. Сбей ему, сбей. Красавчики. 510 урона, это же просто. У меня больше, по-моему, 600 с чем-то было. Капец, ну это имбаланс, мне кажется, они должны сделать типа что-то такое, что... Ну ты видишь, да, что делают, блядь, вот 810 да, урона, и ты проёб, да, и просто 6 ударов, блядь, трон развален, ты можешь, блядь, просто ТП на курьера сделать, блядь, перейти. Да, пойти в соло-трон забрать. Угу. 15 ударов, жесть. А у меня сколько рук? Мало, по-любому, там штук 8, наверное, максимум. О, 9. Вот что нашлось в интернете. Нахуй. Грядка с рыбой. Угу. Все, жди меня. Угу. Камамбер.
Бля, расскажи про Польшу. Мне реально интересно. Бля, а что ты хочешь знать? Вот, блядь, вот как тебе сказать? Расскажи что угодно, похуй, школу вашу расскажи. С 13 лет ты по-любому учился. Там по-любому какой-нибудь один точно, блядь, Пщечко Дражгович, блядь, был. Пщечко, Пщечко. Пщечко, у вас же есть такое имя, правильно? Ну так, ну как тебе сказать? То, что я заметил сейчас за поляками, получается, у них намного больше возможностей, ну, чем, например, в России или в Украине, или в Белоруссии. То есть, вот молодые люди, с которыми я общаюсь, они этим не пользуются. То есть, бля, было бы странно, если бы ты, блядь, с 70-летними общался, блядь, такой. Не, а что это? Вот Второй мировой-то было, детки! Ну, я, по сути, не знаю почему, в связи с моим характером, но я общаюсь только со старшими. То есть у меня друзья, им там 25-30 лет получается. Хочешь скажу секрет, почему ты общаешься? Почему? Потому что ты морально старше, чем твои друзья. У меня такая же хуйня была. Ну, я не знаю. Я тебе скажу так, что мне очень сложно общаться с моими ровесниками. Типа, да, потому что они, блядь, ебанутые, блядь. Они вот эти тиктокеры, блядь. Они так... Они... Да, они такие тупые, они, блин, они вообще мир не видят нормально. Но мне сложно с ними общаться и найти общий язык какой-то. Такая же хуйня. Без... Да, начинай. И получается, ну, они очень беспечные. Типа, у них все есть, типа, если у меня есть все, зачем мне еще что-то? У них нету амбиций. Ну, это если я про молодых рассказываю. То есть не все, но большинство такие. Ну да. У них нету какого-то стержня, типа, у них нету чего-то такого, что если мужик сказал, он это сделал. Поляк, вот такой коренной поляк, он свое мнение 3 раза будет поменять. Типа, сейчас хочу, потом не хочу, потом опять захотел, потом опять перехотел. Вот такие они люди. Но они очень умные. Они очень умные, правда. Ну, бля, в чем это выражается, блядь? Типа, картошка, 2 плюс картошки посчитал, блядь, или что? Ну, как тебе объяснить? Они очень быстро учатся, и они очень быстро все схватывают на лету. Я это заметил не за одним поляком. Они даже вот на работе, они умеют очень хорошо импровизировать. То есть ситуация, и он, типа, парень не знает, что, ну, типа, как это сделать. Он посидит, типа, 5 минут подумает, и только потом сделает. У них нет чего-то такого, типа, что они, не знаю, торопятся и делают глупые ошибки. И это очень большой плюс, как по мне. А что касается самой Польши, то она очень красивая, здесь очень прикольно, но здесь власть очень тупая. Типа, они не инвестируют в саму страну, они только вытягивают с этой страны. Это то, что я вижу. И поэтому я здесь не хочу оставаться на будущее. Блять, ёп, душу, блять, ты понимаешь, что ты сейчас мне в душу насрал последними словами? Ну, я тебе серьезно это говорю. Пошли ко мне. На полном серьезе. Пошли ко мне, Сайка. Где? Я наверху. Милф Хантер, мы с ним уже играли, ты знаешь? По-моему, он в нашей команде был. I want this that way. Tell me why. I wanna fuck you and be. Tell me why. I'm falling to the whole night. Tell me why. Я не знаю песню, я просто знаю слово tell me why. Tell me why. Я просто разными акцентами, разные интонации пою. Hey you, you love me. Hey. Ты знаешь, что у меня есть грубый голос? У каждого мужика. Нет, не вот этот грубый голос. Этот, вот этот голос, он для девушек. Типа, здравствуйте, что вы делаете сегодня? Хотите, посажу вас на шпик? Я, конечно, православный. Бля, я, конечно, правоверный. Но на шпик посадить я все-таки вас могу. Тебе понравилось? Нет. Серьезно? Да я шучу, это было очень сладко. А, мое эго нового уровня. Теперь разговаривай со мной как с королем. Как с аристократом.
О, боже мой, еще меня показали, я прекрасен. О! Бля, я хочу ему бородку поменять. Уже сколько времени я хочу бороду ему поменять. Так иди с ним к барберу. Еще раз так пошутишь, блядь, я тебя в Польшу отправлю. О, да ты уже в Польше. Бум, нахуй, живи теперь там. Видишь, я волшебник, нахуй. Tell me why I wanna be a fuck your girl. I want this that way. Что? Противостояние Пуджа и Тачиса. Этот Тачис еще не видел таких больших хуков, как у меня. И я насажу его на самый кровавый вертель в его жизни. Слышишь? Алло. Я возьму четвертый уровень, я возьму колечко, я потом в лес уйду. Я тебе соло оставлю. Кстати, Милхантер, мы с тобой уже играли. Если мы с тобой играли, блядь. Да вот недавно, блядь. Может, день назад, может, два. Хуй его знает. Но суть в том, что ты дырка от бублика. Парам-пам-парам-пам. Может, уйдешь? Хороший хук я видел. У меня 4 руны отжали, короче. Изи. Почему так поговорил? Немножко легче. Мне интересно, против кого мы стоять будем. Тэчиса ёбнем? Пойдем Тэчиса ёбнем. Ты просто вижен, да, дай, он вот здесь. Вот здесь. Похую, блядь. Там Тэчис. Я хукну, блядь. Я его замедлю. Что он сможет сделать? Пососать писюн? Вон он, вон он, вон он! Не совсем понял. А, погоди. Что это такое? Все, он приехал, походу. А, он туда ушел, ладно. Ты готов? Чего у тебя там? Бля, ты такой бесполезный скилл вкачал, блять! Я тебе сказал, что я стан не вкачал. Мразь. Ну, дотянись. Нет. Хорошо. Бля, не успеваю, да. У меня есть кое-что, блядь. Ну, ты его еще раз пукнет. Ты просто боженька. I want this that way. Кончи мне на живот. Кстати, я иду. Я сейчас левел получу, я к вам вниз приду. Вы же готовы, дети? Да, капитан. Ясен хуй, капитан. Ясен хуй, так? Да, конечно, конечно. Убей уже его, заебал, у меня левела нету. Все, я иду к вам. Ой, ой, сало, бля, дай маны. Сало, мы с тобой играло. Украинский сало. Блядь, антимаг, твой рот ебал, я специально, блядь, его не убивал.
Бля, какой же ты мразь, бля, какой же ты мразь. Маны не было, я специально его не трогал. Типа хотел довонять и ёбнуть, бля. А ты просто такой, о, бля, а убью-ка я его, бля. Дурачок, бля. Тебе кто-нибудь говорил, что, блядь, твои мечи я в рот ебал? А хозяина тем более. Бля, ладно, извини, ты спокойно воспринимаешь все агрессию, поэтому извини. Да я сейчас подойду, он пусть... Он, блядь, назад, отойди назад. Короче, мы сейчас стратегию дурачка сыграем. Ты стоишь вот тут и такой, ой, я дурачок, извините меня. Что это такое? Иди. Это я дурачок, извините. Да оставь ты его, заебал. Так, блядь, мне, думаешь, не похуй? Оно стоило того. Понимаешь? На жопу, так сказать. На твою жопу, блядь. Ты чё? Мразь. Козёл. Tell me why I wanna be a fee. Ладно, идите нахуй. Этот, я так и хотел, я просто золота не хватает. Да вы его сами добьете, блядь. Я сейчас на мид подойду. Че? А мне сало пришел вообще-то. К нему сало пришел вообще-то. Вы чё, блядь? Я типа выжил, но... Табак раз вообще начал. У меня тут сало. Он у меня здесь где-то сало. У меня где-то сало. Блять, да нихуя себе. Ты чё? Сало где? А вон он сало, блять. Пусть. Я сейчас этого хукну. Придешь ко мне, заберу да, вообще. Да, да, да. У меня ульта есть. Пригодится. Блядь. Целая медуна была. Ну здесь, течи здесь. На полном сало себе. Течи здесь. Просто пострадывает. У нас сало здесь отказывает. Назад отойди. Отойди назад. Давай а вот отсюда. У меня ульта есть. Да блять, в пизду, блядь. Я-то хукать откуда-то должен. И тебе салам алейкум. Я забачу, если что. Они меня не убьют. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Да, часа можем. Да всех можем, блять. Там вижен я ебал. Занести? Попнешь? Да, с хайграунда. Эти. Спойлер.
блядь. Чё там? Он там лес фармит где-то, наверное, снайпер. О, о, здорово. Вижу, вижу, вижу. Подойти мы найдем все. Да, блять, его не пробивало вообще неплохо. Под замедлом он никуда не убежит, хз. Его маны на... 6 секунд. Угу. Одного два. Здесь снайпер еще. Вот тут вижен, если что. Соебали. Какая же хуйня. Это недостойно. Бля, ты что, угораешь что ли? Ты заметил, что он, блядь, уворачивается именно в момент, когда я уже все. Он же вообще там в наглую пойти ультавить. Ты ешь ульта? Да, есть ульта. Хорош. Я был бы рад этому кольцу, если бы кто-нибудь подарил мне его. Да, тебе манго. Да-да-да, блядь, буду пиздец как рад. Благодарю. Пойдем, 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 пойдем. Сыграешь, дурочка? Сыграешь, дурочка? Сыграешь, дурочка? Ладно, ты не умеешь играть, дурочка. У меня был друг один. Он так дурачка играл, что я бы думал, что он тупой, блядь. Смотри, смотри, смотри. Ну. Да хукнуть разок, блядь. Назад, 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 назад! Блять, я тебе говорю, назад, я нихуя не вижу, я просто хукаю, блядь, на секундной, блядь, слабости.
О, пизда нам. Пизда тебе. Я съебусь. Просто жирный, очень. Я иду к вам. Блять, блять, блять! Я надеялся на свою помощь, блядь. Крест, крест, крест. Да нет у него креста, он долбоеб не качает крест, блядь. Нахуй он сдался, блядь. Пиздец, блядь, бескрестовый дазл, блядь. Ёбаный в рот. Я теперь понял, почему я в прошлой игре вас двоих, блядь, хуесосил, скажем так. Да вы вместе, блядь, по-любому играете. Ну-ну. А ты бы пока под типа Тикенгера поставил. Там бля, в пизду, вы, блядь, начнете драку и не закончите. Бля, я говорю, бля, вы начнете драку и не закончите, бля. Вы не нападаете, вы просто, блядь, стоите рядом. Ладно, в пизду, бля, я уже понял, блядь, вашу стратегию. Вы до конца никогда не лезете, блядь. Вот есть тимов белорусов, блядь, а есть тима очкошников, блядь. И мне кажется, Хускар, блядь, один из ваших. Да ты, блядь, ближе подошел, блядь. Понимаешь? Меня, меня убили, по сути, крипы, блядь. Блядь, заебешь ты тоже. Пиздец. Ты крест качаешь когда-нибудь? Все, все, иди Хускар помогай, я выживу. С ульта у меня есть дагер, давайте подеремся. Ага, тут вижен. Тут вижен, блядь. Я только начал подходить, он просто отошел, блядь, от спота, блядь. Типа вообще бессмысленно. Пойдем, ребят, не бойтесь. Я иду на мид. Иду. Короче, я варды больше не покупаю. Давай на миду поделаем что-то. Я ворвусь. Давай. Хорошо ворвался. О, халявные деньги. Мины. Не то.
Дальше, дальше, Хаскар. Там мины, блядь, вардов нету, вардов этот, блядь, не ставит. Я не пойду туда. Вот здесь, блядь, был этот дурачок. Я буду прыгать. Он здесь, он здесь. Блядь, ты такой полезный, блядь, иди нахуй, блядь, долбоёб, блядь. Гей Хантер, назови себя, блядь, более реалистично будет звучать. Дурной какой-то. А-а-а. Ты зачем меня шлёпнула? Ты дурачком поприкидываешься? Типа начни пушить, я сверху куда. Угу. Смотри. Вырубить, блядь, даже не могу. Пойдем, попробуем. Чем быстрее закончим, тем лучше. Пойдем, пойдем. О, о, привет, здорово. Дальше, дальше. А чё он отменился? I want this that way. Пушка на топ, подойдите, пожалуйста. После этого можем пойти Рошу забрать, как раз центр идти надо. Все, пойдем, Роша. Как раз регенка лежит целую минуту. Под конец можете забрать. Оп, оп. Скиньте ему линку. Прыгни на него. Я знаю, что Скар, в принципе, подрывается. Или антимат. По сути, Хускар может взять эту точку. Хускар возьмем, Хускар возьмем. Я говорил, поставьте сэмпи. Так, блядь, кому ты это говорил, блядь? Кому ты это говорил, блядь? Команде нашей. Короче, я покупаю этот ген. Давай. Осторожно только. Ну, а выживаемость по более вещей купи. Ребят, я купляю гем с этого момента все вместе ходим, все. Ты в этом уверен? Может лучше я? Типа я врываюсь, инициирую и все остальное. Далеко, далеко, куда ты лезешь? Давайте скушаем, скушаем. Выживаешь, Пускар? Ага, хуй, там, там криты, по-моему. Да, там криты. Десвар, десвар, все. Мне кажется, у него второй, блядь... Это хуйня вторая, типа, ну она тоже через, блядь, любую блокировку проходит. Я, кстати, блядь, аганим шарт покупаю, чтобы можно было жракать. Угу. Круто.
И у меня есть еще одна полезная вещица. Какая? О, Атос? Натос. Хорошо. Я не знаю, мне сейчас лучше тараску валить или просто пайк собрать на пару. Все, есть Хускар, пойдем спушим. Хускар, давай делай ТП на бот, идем спушим. Антимаг, давай к нам. Далеко, далеко, Антимаг, Антимаг. Здесь мины стоят две, Хускар сбей. Хорошо. Нам дазл надо, чтобы ним прижить. Да, там. Просто вижен дайте с хайграунда, блядь. А у нас два героя уже умерли, уходить все. Три. Четыре. Антимаг сейчас тоже сдохнет. Ему поебать, он так же, блядь, быстро бегает, как этот летает. Блядь, не люблю антимага. Минус одну секунду, блинк. Он, блядь, у него, типа, блядь, по сути, стандартный закуп, блядь, и все. Там много ума не нужно. Да, он сам ничего придумать не может. Так, блядь, что там придумать? Там три предмета, блядь. У нас антимаг еще слабенький, на Хускаре БКБ. Стой, 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 стой. На Хускаре БКБ надо, тогда заиграем. Иду фан, иду фан. Ну, блядь, антимаг твой рот ебал, иди нахуй отсюда, блядь. Хуесосина ебаная, бесполезный кусок гандона, блядь. Просто, блядь, прилетает, блядь, как на мясо, блядь. Конченый долбоёб, блядь. Не милфхантер, а хуесос, блядь, назовись. Более реалистично будет звучать. Ульта есть, пойдем, пойдем, спушай, спушай. Дегенерат, бля, злоебучий. Ну, мы вдвоем здесь дадим, поэтому аккуратно. Если что, орите, я ульту подрублю. Я понял. Дальше, дальше. Я гейм сейчас построю. Нет, я жду. Нет. Да, жду. Гейм, блядь. Ты не умер, долбоёб! А, ты меня сожрал. Всё, да. Понял. Ты живой? Да, да, да. Хускар, тебе БКБ надо, сейчас там Хускар БКБ не выжирнет, когда не выжирнет. Кто им поможет, блядь, против этого долбоеба? Ну хуй, блядь. Ты, блядь, где? Ты чё? Я пытаюсь сделал. А, красавчик. Я бы тоже там умер сейчас. А у меня где он ещё лежит? У нас антимаг дырка, блин, ну не знаю, что делать. Да он просто залетает, блядь, убивает уже мертвых героев. Я не понимал никогда, блядь, этой хуйни, знаешь? Он убивает мертвых, блядь. Он тащит. Хуй сосет он, блядь. Да, блядь, в пизду ее такие понимания, блядь.
Дазл, Дазл, возьми вот эту хуйню. Ты будешь каждые 2 секунды по 400 урона наносить. По 200. Каждые 2 секунды. А иногда даже каждый выстрел будет по 200 наносить, блядь. Я хочу фальш собрать. Иди Ancient оформи, слышишь, слышишь. Дай мину. Бля, ладно. На, возьмем. Да, Пайпи и БКБ на Хускара. Я не успел, блядь. Хускар выкупил его. Пиздец, извини. Может, все-таки мне мину? А, ладно, пизду. Все, у меня уже пайп, если что. Я тебя съем. Съешь, если хочешь. Сколько там хусик под БКБ? Пойдем. Только не выходи, блядь, не вовремя, пожалуйста. Хорошо. А ты меня можешь типа вырвать как-то, не знаю? Да. У меня есть гем, дальше, 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 гем есть. Они меня, блин, забивают. Ломаем тавер. Крипы, крипы, ребят. Просто заходим, наглую ломаем. Все, все. Я могу кого-то прыгнуть. Ты знал, что в твоем случае, блядь, обратка даже на башне работает? Да, я знаю. Максимально странная хуйня. Классная хуйня. Не, ну типа, блядь, в каком-то смысле дисбаланса. Антимаг хуйню делаешь. Ты тоже сейчас, блядь, проебешь. Есть пест? Гем забери, гем забери. На то у нас антимаг хуйс. А, нет, не хуйсос, ладно, вопрос. Забрал гем? Хорош, да, хорош. Бля, да ну нахуй. Он нормально играет? Возьми себе бомбу, кстати. Если я соберу пирата, он меня вообще не пробьет. Ладно, ждем БКБ на Хускаре, только потом пойдем драться. Нет, у нас сильнее эпик. У нас намного сильнее эпик. Да, я возьму геймшип. Все, пока не пропадет Аяги, ждем просто. Все, оформите, ребят. Ничего больше. Больше.
Поставьте лес этому шару. Скажи дофармить до хода. Далеко заходишь. Я пытаюсь варды ставить. Короче, ставь варды, блядь. Я в рот ебал эту хуйню, блядь. У меня слота нет этой варды. Я этому говорю, блядь. Ты при чем тут? Ага. Не, хорошо, все. Блядь, я так забыл. А, старенько. Но они фармят или треугольники или здесь. Все, есть БКБ на кустике. Можем за этот смока пойти подраться. Нет смоков. Еще минуту. Серьезно? Да. Да, плохо. Ну тогда батим на антимага, не знаю, ребят. Пусть антимаг батит. Или я могу забатить. Пусть лучше антимаг. На тебя пойму, что долго убивать, блядь, на тебя не полезу. Тут вижен, тут вижен, тут вижен, тут вижен, вижен. У меня есть, у меня есть ген. И чё? А, у тебя есть смоки? Хорошо, хорошо. Погнали. Это Эгис. Минус вивер. Хорошо, ребята, все. Я пока крипов подел. Только там минки могут стоять. Захватите аванпост пока. Там, что? Я крипов отпушивал, крипы здесь были. Пойдем топ спушим. Не вижу, надо не... Не подходи, Хускар. Ага, там огони мутатиса. Мы минки не увидим. Пуш, короче. Все, хорошо. Антимаг умер. Отходим. Я вот ту не могу прожать. Поебать, он такой урон вносит, блядь. Да, они ген забрали. Ну если что, то у меня байбек есть, я могу байбек взять. Если подойду. В 40 секунд, в принципе, успеют. Your middle tower is under siege. Radiant has fortified its structures. Не умри только. Your middle tower is under attack. Тебя там вивер изи забирают. Все, уходи, ты умер сейчас. Ты умер. ТП? Зачем?
Взял на фидел просто. Антимаг, собирай бы когда тоже, по-другому не выиграть. Можем поймать. Ну, можем вивера на все, нашел. Просто на секунду пусть покажется, я его застану. Далеко. Нам по одному ловить надо. 5 на 5 немного слабее. Там ульта саунится. Это игра ВМ5. Если его зафокусим, то мы выиграем. Пойдем, снайпер ебнем. Да, тогда. У всех бейбак есть, надеюсь. Здесь вижу, можем. Да, 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 да. Здесь вижу. Все, уходим, уходим, уходим. Уходите, все, уходите. Хускар, давай я тебя сожру. Роша же мертв, его, блядь, вивер убил. Иду, иду. Беги в нашу сторону, если есть возможность. А вы куда лезете? Уходите оттуда, вы без меня, ребят, все. Меня вивер забрал. Хускар во мне, блядь. Блядь, я так и знал, что это гандон переместится. Ладно, пофармись, на, пофармись. Десять секунд, ребят, подождите, пожалуйста. Ну, с этими, блядь, походу. Бля, чем дольше мы играем против Танчеса, тем хуже. Относительно. У меня есть... Я не знаю, бля, как это все заезжать. Я могу в центр драки залететь. Сейчас возрождается он, я прыгаю в центре драки. Ну если ты зафокусишь этого сайленсера, то мы выигрываем файт. Просто он перекрывает все. И мы ничего кастануть не можем. Антимаг, попытайся сайленсера как-то прыгнуть в файте. Все, я делаю ТП к вам, пойдем скушаем. Дочекнуть, если Роша. Все ко мне, вместе встали. Здесь варды могут стоять. Да похую, уже поздно. Давай, танк, начинай, я если что прыгну. Да, 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 я иду, я иду. Я никого не вижу. Вот здорово. Остальные ждите. Антимаг, сами сюда поймай, сами сюда. Все, отходим. Хорошо. Я топ вам пушу.
Я топ пушу, но с вардами. Вы не умираете, главное. Я уже умер. Все, умер, уходи. Там два бейбека было, уходи, уходи. Ну они байбеки потратили, еще раз он рот это из этого закатка. Да, да. Кто забирает ваш? Бля. Иду. На. Сука, две жизни. У меня все равно толк никакого. Для 20 секунд, я не хочу байбек жать. Не жевай. Не умри, Дазл, пожалуйста. Пожалуйста. Пусть забирают сторону, это не трагически. На развороте можем браться. Браться. Погнали, 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 погнали. Да, еще раз, еще раз, еще раз. Свижена нет, как прикольно, есть. Вот здесь, вот здесь. Твою мать, ушел. Да, мы забрали Эгис. Если антимаг сейчас заберет Сайленсера. Да, хорошо. Ну все. Можем идти, все, пушим, просто пушим. В конце концов оказался я бессмысленный, блять, игрок в этой игре. Да нормально все. Главное не умереть. Есть какие-то варды даже? А, мы без вардов. Ну тогда же варды. Я купил. Нет, не врывайся, не врывайся. Хорошо, хорошо. Меня там просто снайпер уничтожил. Иди ко мне, я тебя сожру. Иди ко мне, я перемещаюсь. Бой, я тебя вижу. Ну не Тараска. Да похуй, быстрее восстановишь. Капец, там куска разжирает снайпер, просто жестко. Пиздец. Конченый герой сломанный. Теперь у тебя это пассивка. Нет, уходим отсюда, мы умрем сейчас, уходите. Ты моя сучка. Да надеюсь, что старый говно. Куда? Когда, блин? Теперь ты моя сучка. У нас вардов нет, я боюсь заходить. Что со мной? Почему? Что со мной? Ты в живот. Уходи. Хорошо.
Кстати, хорошо, что ты обратку повесил, блядь. Снайпер меня убился, блядь, толпоеб. Кстати, у меня тоже была обратка включена. А так подожди, у меня еще аура есть. Он, блядь, вообще разъебался в ноль. Да он дурачок. Ага, там на этом, на... Сталинс рефлекс. Я понял, что со мной случилось, почему я животным стал. Один и пять. Что зачем? Что зачем? Я нихуя не понял. Ну очень интересно. Я сейчас выложу. Бля, какой геморройный, блядь. Надо этот сделать, чтобы, например, передать предметы. Вот я мертв, да? Я хочу передать варды, блядь, Дазлу. Возьми курьеры, в курьере варды стоят. Я хочу взять курьера. Да? Типа, мне надо переложить их в тайник. Из тайника, блядь, переложить в курьера. Курьер должен их забрать, блядь. Можем вивера. 2000 урона, блядь. Крит вылетел? У него, блядь, крит 3000. 2900. Так он под ДДшкой. Я не видел ДД. Он под ДД был. Теперь ты моя сучка. Инвиз, пойдем. Я возьму. Я мог взять пойдем. И съесть тебе. Кстати, да, я не подумал об этом. Сорян, моя ошибка. Ну ладно. А, ты типа выебываться сейчас будешь, да? Я? Yeah? Ну хорошо, нет, вивер. Ты типа показался? То, что он в чате пишет. Ну, нормально, нормально, три предмета завязали, КД появилось. Чё пишет? У меня вверский чат отключен. Ага, типа что пиздоболы, типа пушьте, выебывается. Я могу встанец рефлекнуть. Давай. Нет, он далеко. Ну вы где вы? Где команда? Пизда. А команда ни при чем. Я ударю кирпичом. Может, слышишь? Посмотри Рошу. Я репорт кидаю этому, блядь, Тэчису, блядь. За скрипты лечите. Думаешь, там это скрипты? Блядь. Да, хуй знает, пусть лучше будет, блядь. Он взрывает максимально странно. Вот мы вард под здесь поставили, он здесь взял, мину взорвал. Что-то, блядь. Он, типа, только вард поставили, увидели мину, взорвал, понял? Да чего дота докатилась, блядь? Блядь, ты не знал? Я недавно, блядь, кинул, блядь, репорт этому. Арквардена, блядь. У него, короче, прикол такой странный был. У него, получается, вот, представь себе, чисто вот... Самая верхняя точка, вот голова твоего героя, да? Центральная. Yeah.
У него просто вот так мышка прям за его головой типа идет. Ровно, вообще ни разу не двинулась, понимаешь? Это не так, что ты вот так ты двигаешь, и типа ты еще, ну, где-то замедляешь, где-то ускоряешься. Он ровно над ним был. Я смотрел, два момента таких выявил, бля, и репорт ему кинул. И меня поблагодарили за то, что я, блядь, типа, помогаю блокировать. Ты не поболен, блядь. Этот дурачок, блядь, рапиру собирает. Вивер? Да. Вивер рапиру собирает. Он просто соло кат. Да, да. Выложи самый охуенный предмет. Опять он весь. Нет. Нет. Мразь! Вивер здесь, сэра. Да ну нахуй! Что это за пизда? А какого хуя? Он к тебе присосался. Нет! Он у тебя броню забирал. Ты не заметил? Заметил. Сука. Вот не мразли, а. Кто-то не умрите, пожалуйста. Ты что делаешь, блядь? Дерись! Ты долбоёб? Ты долбоёб? Он, блядь, АФК стоит. Кто АФК? Ты АФК, блядь, долбоёб! Ой, пиздец. А чё ты в АФК стоял? Ты просто стоял в АФК на полном серьезе. Меня, бля, пизданули, ты, бля, просто стоишь такой. Ай. Бля, многомиллиардные, блядь, варды. Вот, бля, сколько, блядь, там? Проиграли выигранную карту. Я в шоке. А, у нас у Скарби с байбека. Ну ты умница, конечно. Ладно, я забираю слова насчет антимага. Антимаг, блядь, более-менее нормальный, блядь. Ну скажи, Хускар долбоёб тот еще. Примар, хуесос. Я больше не буду. Играть? Да, мне завтра на работу, блядь. Хорошо, без проблем. Давай. Бля, серьезно? Серьезно, вот это патриарх, блядь. Ёбан. Бля, он лучший игрок, блядь. Кто? Сайленсер. Прикольно. Так вообще нихуя не прикольно. Бля, ненавижу Тэчиса, я просто ненавижу этого героя. Бля, ты воюешь, блядь, такой думаешь, ладно, хуй с ним, всех разъебал. Все, похуй. Человеку просто похуй, он, блядь, взрывает по 800. Бля, одна мина 700 наносит, понимаешь? У тебя в среднем к концу игры, там, в среднем, ну, 3000, 2500 будет, да? 3-4 мины, блядь, попало, и все, нахуй, ты сдох, блядь. Ну, это сломанный герой, и все, ничего больше. Какой, бля, герой, просто... ничего с этим не сделаешь. Че, о чем-нибудь поболтаем? Ладно, я тогда... Пошел. Давай, ладно, давай. Все, пизду лесу. Да, ты завтра в сколько вернешься с работы? Не, завтра я вообще играть не буду. Ко мне, короче, девушка приедет. Ага, я, хорошо. Я, блядь, часу в пятом только усну, блядь. Так что, хорошо, ну, я и... понял. Тогда пиши мне здесь или в стиме, хорошо? Хорошо, давай, пока. Всего все, хорошего. Давай. Пока. Стой, подожди секунду. Секунду. Что? Как что? Будет на польском, типа, всего хорошего? Wszystkiego доброго. Всего? Wszystkiego.
Wszystkiego? Wszystkiego dobrego. Wszystkiego. Wszystkiego dobrego. Подожди, я тебе сейчас напишу. Подожди, я тебе напишу. Блядь, ты мне язык сломал, теперь еще и клавиатуру хочешь сломать, блядь. Пшешко, дражго. Вот, я написал. Ёб твою душу, ты как будто, блядь, клавиатуру ёбнулся. Шисткиего доброго. Шисткиего. Да. Бля, да. Как будет добрый вечер, блядь. Подожди, я тебе напишу. Да ты заебал. Там должен вечер, наверное, вечеруха будет какой-то, да? Добрый вечер. Во, вот да. Это нормально, вот это по-русски, ёпты, блядь, ты че этот? Добрый вечер, ёпты, блядь. Я теперь польский знаю. Спокохон ночи нахан. Хан. Не, подожди, спокойной ночи. Заебешь. Доброноц? Доброноц. О, алейкум доброноц. Алейкум доброноц. У вас, кстати, там мусульмане есть? Ну, именно такие, которые, блядь, иммигранты. Ну, я еще не встречал, но с того, что мне рассказывали, то есть. И к ним очень плохо ставятся. Ну, блядь, они именно не уважают чужую культуру. Мне это вот это не нравится. Ну, да, они чуть расисты. Да пиздец, блядь. Ты понимаешь, я бы, например, в чужую страну... Я, блядь, вот говорю о другой стране, вот знаешь, типа Польша, ебать. Я бы, блядь, приехал, я бы, наверное, у каждого поляка, блядь, посасывал бы, блядь. Типа, блядь, дайте, пожалуйста, блядь, просто ходить по вашему прекрасному городу. А там, блядь, они приходят такие, блядь, они неверующие, они не мусульмане, они типа, пф, типа ничтожество, понимаешь? Ты приехал в другую страну, блядь, по-другому. Твою разъебали, блядь, пойми. Твою разъебали такие же, как ты, блядь, с такими же, блядь, мозгами. Ладно, я в политику ухожу, давай. Всискиего доброго. Взаимно, братан, все, держись. Давай, всего хорошего.